Приветствую всех! Сегодня собираемся на рыбалку поискать хищника. Поплаваю по протокам, взял с собой бензина. Осталось движок поставить и в путь. Погода отличная. Сейчас прохладненько. Ну что, прогреваемся, доедем. Да будет рыбалка. Заход! Пока что тишина, но будем надеяться. Птицы орут, рябчики. Послушайте просто. Рябчиков море здесь. Вот это была новость. Щучка первая. Большая, но пойдет. Вот такая шарыгайка. Есть. Вот она. Опа. Есть. Хорошая щучка. Не знаю, что на камеру вылупилось. И очень долго включать, поэтому приходится долго щуку возить. Еще одно перспективное место. Здесь раньше вот коса была, но намного меньше. Уже намыло. Будем искать переходик. Должна тут щука стоять.
Но щука здесь не стояла. И после нескольких неудачных попыток я решил проплыть дальше. Ага, попалась. Куна. Конечно. Не пойму, кто-то есть. Ха, кто-то. Ха-ха. Коряшка. Причалил я пообедать. Сейчас пообедаю и обратно поеду. Лов получается как за утро. Вот пара таких щучек более-менее. Парочку поменьше и окунишек несколько штук. Несколько сходов еще там было. Пока камеру включаешь, то он раз ослабишь, он сойдет. Знаю, может тут еще попробую что-нибудь кинуть. А вода упала прилично. Вот это вот все в воде было на прошлой неделе. Делать, а? Сошел. Едем к другим протокам. Половина пути как раз. Thank you.
На улице опять невыносимая жара, мошкара зажирает соводами. Ни поклевки больше не видел. Собираюсь домой. Вот тут осталось чуть-чуть уже. Это, считай, половина пути, даже больше прошел уже оттуда.